Повоем, ночь черный креп, покрутим рэп. Уже не страшно, известно все. Давай попляшем, давай на дно. Не злись, послушай, жизнь стала краше. На наших душах давай попляшем, давай покрушим, растопчем в прах. Обман всей чуши, тумана страх. Уже не страшно, известно все. Давай попляшем, пойдем на дно. И вой, не лай, давай, давай, давай повоем и лай. Но мне... Не видишь? Принц я на коне, да при луне. Какая сказка? Ну что, не так? О, Господи, мой принц, какой же ты дурак. И я скажу, тебе рожу, но про другое. Ты позови, и я повою, но с тобою, я с тобою. Тут он ослабил жим на мышку, а может, зря про звездный свет, а может, было что-то слишком, и осознал он вдруг при этом, похоже, ты мужик с приветом, и вновь задумался уже с опаской, кому нужны такие сказки? Все просто, есть первопричина, ты женщина, а я мужчина. И вот какое тут лукавство, вся суть твоя у женщины, и естество без сказки пресны и не страстно. И если не боготворю, то я тебя не сотворю. Я без любимой не пою, а лаю, я без тебя любая сказка злая. Так он подумал, сходил на кухню и попил кефир, и все-таки послал в эфир. Давай увидимся вдвоем, и не повоем, а споем. Никодим, я желаю тебе творческого здоровья, успехов в личной и общественной жизни и полного зала, как всегда. Я хочу еще представить и рассказать, чтобы так вдруг-то собирается уходить и потом передумает. Сегодня в зале пришли мои друзья, генеральный директор Круиз Тревел, со своей супругой, со своей семьей, со своими друзьями. Ну, и как бы, если вы слышали, там в интернете рекламочка прошла. Я не знаю, хочу посоветоваться с вами, есть смысл проводить конкурс, может, вы песни не знаете мои. Просто было предложено нам название конкурса «Подхвати и в Турцию лети». Песню «Подхвати и в Турцию лети». Было такое где-то, да, читали? Я не знаю, если вы не знаете песню, то как мы можем брать? Раз он есть, приз сегодня, сертификат. Есть такие желающие, которые знают много моих песен? Да! Есть? Есть! Давайте. Смысл конкурса? Смысл конкурса такой. Я начинаю петь песню, я останавливаюсь в любом месте. Куплет, припев, не важно что. И надо закончить строчку. Или желательно, конечно, моими стихами. Да. И кто, я не знаю, сколько сейчас выйдет за желающих, если много выйдет, то будет три раза надо угадать. Если выйдет много, то будет усилен ужесточенный конкурс, будет надо угадать пять, если будет. Ну давайте, желающие, посмотрим, есть или нет. Давай. Можно. Кто хочет Турцию? Александр Леонидович, ты же давно мне в интернете писал, что все мои песни перепел. Не хочешь? Можно не петь, посылаем Кирилл. Еще есть? Летим в Сергей. Я скажу, что будут песни не те, которые я кому-то когда писал, эти песни, которые звучали сегодня на концерте. Да, если вы эти песни как вы знаете, то вам гораздо проще будет угадать. Сегодня еще вот она за первым столиком приехала. Лариса из Киева. Мне очень приятно, что... Ой. И Людмила, блин. Лида. Ну это третий раз ошибка, это уже чересчур. Вот так Турцию посылать тогда надо. Вот так. Все, вопрос решил. Можно здесь со следом уходить? Я нет. Ладно.
Поехали, да? Поехали. Нет желающих больше? А что стесняться? Не надо петь. Просто продолжить слова, не надо петь. Пример, компас, подержи, пожалуйста. Ладно, не буду. А тут вдруг сразу приними. Спасибо.
Подсказка. Я завожу все новые тетради.
Давай. Я люблю твои глаза, люблю твои губы. За губами зубы, я люблю их тоже. По-другому быть не может. Я люблю твои носи, люблю твои... Я из тех, кто плывет по течению реки, кого помнят лишь мне. Можем поздравить. Можно? А ты мне поможешь?
Экспромт образовала. Я всегда везде. Ты будешь, ты. Душа болит, душа поет от счастья. С Украины. Это еще не все. Да, всегда тащит. Это такой киевский? Торт баблежный. Это торт киевский, но не совсем обычный. Ну, конечно, запечатан, он же сделан на паприке, не я же его делала. Сейчас надо за бабочки. Нет. Просто сало. Обе. Ну, не так, вы же не запечатали. Нет. Торт есть, но такого торта больше не будет никогда, потому что это будет один, единственный, только сегодня. 17 нет, никогда не догадаемся. Они по моей просьбе написали имя Никодим, на киевском торте. Пожалуйста, запечатлейте. Никодим. Спасибо большое, спасибо. Вадик. Спасибо. Сережа Светлов в зале? Да. Привет, Сережа. Приглашаю своего друга Сергея Светлова на сцену. Вадим, Вадим. Добрый вечер, дорогие друзья. Я очень рад, что сегодня есть возможность побывать на этом замечательном вечере. Поздравить этого замечательного человека. Вот еще сырая картина, подарить ему гитару. К сожалению, пока не настоящая, но она будет настоящей. Картина называется «Время собирать камни». Я думаю, что пора собирать, ведь что тут они есть. Да, и вот сейчас в моде винил, вот пластиночки, вот вспомни прошлое, я уже там начал вспоминать. Если не на чем крутить, можешь использовать, как здесь вот в декорации. Спасибо. Ну, я не знаю, тут много у нас еще, смотрю, желающих. Мы, наверное, одну песенку споем, а если кто захочет прийти, в этом же зале через месяц, 6 числа, будет мой творческий вечер. Приходите, пожалуйста. Хочу исполнить песню, свою песенку, которая называется «Прощайте». У нее такое двойное название. И поможет мне мой друг, замечательный барабанщик, перкуссионист Евгений Шаталин. Где-то барабанный дождь, а где-то ранит сердце ложь, а где-то дорогой мотив нашей души за два. Мои милые люди, и будь что будет, я поверю мечтам. Прощайте, все прощайте, мои добрые соседи, мы все уедем, чтобы встретиться там. Где-то на другой волне, по логике встречи с сыном, две души как два листка, оборвались и летят.
вместе мы все уедем, чтобы встретиться здесь. Магазин телевизор, всего самого хорошего. Творческих успехов, любви и счастья. Я познакомил уже на часах уже 11 часов. Насчет много никто не сказал. Риму писали в зале. Андрей Гуряев здесь? Здесь. Пропустишь Римочку? Пропущу. Конечно. Рима, ты прекрасно, дай нам 5 денег. Вы устали? Римочка, раз. Да. Опять я. Я даже не знаю, что делать. Не хочу тебя дома. Нет, это. Вот мои любимые лилии для моего любимого Никодима. Это раз. Что все время на меня падает, подержи. Здесь специально написано к этому дню. Моя картина, мое видение Никодима. И вам хочу показать, которое называется «Мой ангел Никодим». Вот так я его вижу. Ангел. Ну и как водится, мыло мое ручной работы, понимаете. Там комплекция. Ну и Никодиму. Никодиму и всем вам одна песня. По понятному названию сразу понятно. Люблю. Минус там сам, да? Я прошу всех вас настроиться на чувство любви. Вы прекрасно знаете, что... Почему такой гул? Гул идет так, а почему? А вы прекрасно знаете, что... То, что мы отдаем в мир, то мы и получаем обратно. Поэтому во имя вас... Постарайтесь сейчас, пока я вам буду петь песню «Люблю», послать Вселенной, миру, этому залу Никодиму, друг другу любовь. И я вас уверяю, рано или поздно, а я думаю, что рано, она к вам вернется. Только она усилится, эта любовь. Люблю. Гул уберите и дайте звук.
Андрюша. Андрей Куряев. Не будем уходить от волны любви. Хорошая песня к Никодиму. Дима, спасибо. Не надо. Маленькое поздравление. Никодим, как всегда написано в электричке «Завидовал Москва». Никодим, буду честен к тебе. Что тебе объяснять? Ты же знаешь, как мы самовлюбленные в судьбе, как нас мучает ревность и зависть, и от зрителя каждый хлопок. Если он предназначен коллеге, ранит в левый, как правило, бок, разрывает, саднит и калечит. Вот и я все на той же тропе, улыбаюсь, шучу, славословлю. Никодим, буду честен к тебе, я заряжен поваренной солью. Я коплю скорпионе свой яд, он полезен, но в маленьких дозах. Ты молчишь, и тебе я так рад, ты поешь, и мне хочется сдохнуть. Как ты все же талантлив, подлец! Ну, талантливее разве что Дерек. Так еще добивает в конец, что жена твоя тоже шедевр. Нет, тебя не обидел Господь, но цветы на цветы не хватило мне денег. И поэтому дух твой и плоть пусть венчает завидовский веник. Хотел пиво, баню, приглашаю, в Турцию не могу, но в Завидово, в баню, тебе путевку, хоть подойди после концерта. Да, одну песню я хочу посвятить всем поклонницам, конечно же, замечательной супруге Никодима, и всем-всем его друзьям, и Анатолий Могилевский тут делал посвящение мужчинам. Я хочу сделать посвящение женщинам, тем более прекрасные стихи мне посчастливилось получить от Николаса Деллинга. Итак, премьера песни «Простите наивного поэта». По листочкам буду как стихи читать. Поехали. Электричка набирает ход. Простите наивного поэта, я уважаю выбор ваш, ведь дружба неразменная монета. И любовь не блажь. Простите наивного поэта, он невинен, как дитя. Уже какое будет лето, ищет он себя. Простите наивного поэта за то, что ночью он не спит. Его душа уже за гранью где-то. Простите это и совет.
средь ночный бред. Наивного поэта, но позвольте ему вас не забыть. Вы, как далекая комета, позвольте вас любить. Спасибо, Никодим, спасибо, Андрей. Это сюрприз. Я вообще в шоке. Приглашаю вас, пользуясь случаем, 27 сентября в этот зал на презентацию моего диска, нашего диска, моих соавторов. Диск называется «Сотворение». 27 сентября в этом зале. Я вас жду, мы вас ждем. Спасибо, спасибо еще раз, Никодим, за предоставленную возможность послушать собственные стихи, эти песни. Мы-то готовы. Получается, что то, что запланировано в программе, даже мы не уложились. Обидно, мы сейчас выбирали, какие песни не спеть, и все жалко выкинуть. Немножко повеселее, чтобы все это настроение не дрождение. Почему? Пусти. Чему? Да, конечно. Хорошо. Сначала под гитарку, а потом чему. Андрюша, вы Серега. Простите, я с именами сегодня столько друзей. Александр. Ты натянула на меня супермарный пиджак. Смогу я взять на себя старый какой-то мужик. Эти туфли для кого не хотеть же нельзя. Не понимаю, для чего тебе мой искренний шут. Пусть я один не по моде, но и так хорошо. А может, галстуком ты хочешь вот меня придушить? Я хочу жить. Как же так? Как же так? Ты не хочешь собрать мои джинсы? Как же так? Ну как же так? Я люблю свой потёк, ты вливайся. Смотрю я в зеркало на себя, стоит какой-то мужик. Эти туфли для кого?
Ой, мать, чума,
Работайте в этот. Ник! Ау! Ник! Просто в зале где-то микрофон лежит. Вот этот микрофон. Тайп-то, да? А что мы делаем дальше в этом? Есть! И пить. Его надо есть. Давайте резать торт. Может, хватит песен, просто посидим, поговорим. Выпьем. И моли? Для неподготовленного будет, наверное, тяжелее. Можно ли самому не пройдет. Я захожу в пивной бар, не разливаю пивка, но не могу я без разминки пока. И вдруг я вижу шедевр, который...
Не должны соприкасаться.